Антикоррупционные органы проверят легальность дохода Вадима Рабиновича. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил Сергей Каплин. Парламентарий отправил депутатский запрос в НПК на БУ ИСАП с требованием проанализировать задекларированные деньги Рабиновича. Официально нардеп недавно продал земельный участок в селе Иванков Бориспольского района общей площадью около 5 гектаров. По документам сумма сделки практически 23 миллиона гривен. Каплин утверждает, что рыночная цена недвижимости завышена в 18 раз, а значит, сумма, внесенная Рабиновичем в декларацию, не соответствует действительности. Мы не можем простить, когда этот же человек обворовывает украинский народ, когда его рука буквально не вылазит из кармана простого украинца. Его декларация, которую он сдал, абсолютно нечестная, и это обман простых людей. Мы точно знаем, что он является владельцем огромного количества земельных участков. Мы точно знаем, что он является владельцем яхт, владельцем самолетов. Он точно является владельцем многомиллионных счетов в множестве банков в Европе и во всем мире. Мы сегодня подготовили обращение в Национальное антикоррупционное бюро. Мы подготовили обращение в НАЗК, чтобы расследовали эти факты. И чтобы он был привлечен к уголовной ответственности.